Тверской области поимкой двух криминальных лидеров завершилась спецоперация полицейских, которая длилась почти месяц. С начала июля правоохранители нескольких регионов смогли выйти на след и задержать 10 участников преступной группировки, которая в 90-е держала в страхе всю Москву и Подмосковье – Ореховской ОПГ. Идейных вдохновителей банды нашли в Тверской области, где они жили по поддельным документам. Оба уже почти 10 лет находятся в международном розыске. На их счету организация десятков убийств, которые, подчеркивают в МВД, совершались с особым цинизмом. Это убийство свидетелей по уголовным делам в отношении Ореховской ОПГ, несколько покушений на убийство директора рынка Одинцовское подворье Сергея Журбу, а также убийство его юристов, адвокатов, охранников и водителей. Действовали участники дерзко и цинично, совершая преступления преимущественно в дневное время суток, тщательно планировали, не оставляя ни малейших зацепок. При задержании главарей ореховской группировки полицейские вскрыли еще и тайник с оружием. Мягко говоря, не рядовой даже для крупной банды. Помимо автоматов и гранат, в арсенале был противотанковый гранатомет и огнемет. Все участники банды уже этапированные в Московскую область, находятся в СИЗО. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.